Какие фразы сегодня правильнее употреблять в диалогах, на что делать акцент в обучении детей разговорной речи, какие формы и методики приносят большую результативность? Об этом говорили спикеры международного обучающего семинара. Сегодня важно не просто следить за тенденциями обучения, но и выявлять то, что было бы интересно и детям, и взрослым. Это уже третий год, когда мы принимаем гостей из других стран. В этом году это из США Роберт Хауэрт и Зина Петрова из Чехии. Прежде всего мы хотим, чтобы преподаватели английского языка могли приобщиться к самым новейшим тенденциям в мире преподавания, чтобы они могли качественно улучшить свои навыки преподавания и, ну, то есть держать руку на пульсе, что происходит в мире и как это сегодня преподается, какие тенденции. Преподаватели организации Gallery Teachers и представители Института IT делового администрирования при поддержке школы MyBaby смогли провести для города уникальное во всех смыслах мероприятие. Выступающие представители англоязычной среды, приехавшие из-за рубежа, имеющие богатый опыт преподавания. Семинар открытый и бесплатный, по итогам которого каждый участник получил не только новые знания, но и сертификат прохождения дополнительного обучения международного образца. У нас очень такое подвижное руководство, которое старается, продвигает и поддерживает во всех отношениях. Конечно, без помощи моей школы я бы на многие конференции бы и не попала. Но так как во многом меня поддерживают, я пытаюсь ездить, стараюсь налаживать какие-то контакты, потому что мы хотим развиваться, мы хотим идти дальше, мы хотим идти в ногу со временем, мы хотим идти к правильному английскому, как сегодня наш спикер говорил. Поэтому мы, конечно, всегда пытаемся быть в тренде. Школа MyBaby не раз выступала партнером различных образовательных проектов. И на этом представители большой команды педагогов останавливаться не будут. Так что следите за афишами.